Всем доброе утро! Приветствую вас в этом замечательном миге нашей вечной жизни. Сегодня хотела бы сказать о том, что почему наши консультации, наше сопровождение настолько дорогие, что многим кажется не под силу. На самом деле в этом выражается наша ценность. Ценность нашего потока, изливаемая в мир, оно действительно очень дорого стоит. Оно стоит всех денег мира. Невозможно оплатить всю ту ценность, которая идет через твою душу, которая идет от духа, которая идет через осознание, и которая ты, касаясь души другого человека, можешь передать и раскрыть в нем что-то. На самом деле раскрывает он сам в себе. И лишь божественное наблюдение в этот момент играет очень большую роль. И вчера очень много говорил об этом Радомир, а за 30 минут до эфира с Радомиром мы как раз внимали свою ценность в наблюдении Максима Дениза. И это настолько душу раскрыло и трепетало, что ты понимаешь, что консультация твоя не может стоить 5000 рублей. Даже 100 тысяч не может стоить. Потому что все то, что происходит в наблюдении, в твоем наблюдении у человека, это стоит всех даров жизни, которые ты когда-либо получал. Это стоит всех инсайтов и откровений жизни, потому что в этом наблюдении может прийти такой инсайт, который переменит всю твою жизнь. И через это наблюдение раскрываются и таланты, и изобилие, и вскрывается душа твоя, происходит покаяние, когда ты становишься открытым, голым, голая правда о себе, и это не всегда приятно. И второй момент, почему не может консультация или сопровождение стоить дешево? Потому что ты, как эффективный наблюдатель, божественный наблюдатель, берешь часть этих какашек на себя, проживая вместе с человеком его откровения, его инсайты, его трансформацию. И поэтому не каждый способен это взять на себя. И в этом моменте хочется сказать, что не важно, что у тебя там, важно, что мне хочется изливать этот поток, изливать вот эту ценность изнутри себя, ту любовь, которая идет через меня, тот невероятно ценный аспект жизни. Любовь равна ценности любви. Ты не можешь ее не транслировать. И неважно, придешь ли ты ко мне на консультацию, в сопровождение, главное мне это излить. И если я этого хочу, значит, всегда есть люди, которые этого хотят. Потому что материя и антиматерия рождаются одновременно. И я не хочу, чтобы все пришли ко мне вы на консультацию. И это сейчас не потому, что кто-то из вас хорош, а кто-то из вас не так хорош. Это про то, что умеете ли вы ценить себя в первую очередь, себя, меня. Осознаете ли вы ценность моего потока? И поэтому я не жду вас всех. Но я знаю точно, что те, кто это пройдут, даже за эти большие деньги, они будут осознавать себя, свою ценность настолько, что мир распахнется перед ними. И это для меня пройденный этап. Я это поняла и вняла. Сейчас еще больше, шире.
что если ты готов свое намерение подтвердить настолько, что готов поставить на это деньги, значит, в твоей жизни это точно случится. И поэтому я повышаю стоимость своего сопровождения и объявляю крайний раз акцию на мое сопровождение. Если для вас это интересно, воспользуйтесь. Если пока не очень ценно, наблюдайте со стороны, но знайте, что времени для того, чтобы познать себя, у нас остается мало. Я вас всех люблю, обожаю. И просто желаю вам глубокого познания себя. Остальное все приложится. Всем пока-пока.